Анонс итогов до выхода 315 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 315 серия сериала выйдет в эфир 13 мая. Ранее в сериале мы увидели, как во время примерки платья у Дилан начинаются боли. Баран просит жену сосредоточиться на хорошем, думать о том, что скоро они смогут взять на руки своего ребенка, и у них наступит новый прекрасный этап жизни. Дилан старается так и думать, однако боли усиливаются. Дилан понимает, что у нее начинаются схватки. Когда они едут в больницу, Баран звонит Ферату и говорит об этом. Ферат передает его слова остальной семье. По дороге у них случаются небольшие трудности, и пробивается шина. Баран старается как можно скорее заменить ее, чтобы они могли продолжить путь. Дилан окликает мужа и немного испуганно говорит, что у нее отошли воды. Баран старается сохранять спокойствие. 315 серия сериала выйдет в эфир 13 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.